Здравствуйте, дорогие друзья! Как известно всем, история города Уральска очень богата. И начинается она не только с 1991 года, а намного ранее. И сегодня мы хотели бы показать вам самые главные достопримечательности нашего города. Итак, мы начинаем нашу экскурсию. Юйский городок, ныне город Уральск, был основан в 1584 году. Он был расположен между двумя реками – Урал и Чаган. Сейчас эта часть города называется Куреня, от слова «курень» – казачье жилище. Именно сейчас мы находимся возле дома Емельяна Пугачева. С 1991 года исторический памятник перешел в ведение областного историческо-краеведческого музея. Сейчас мы находимся перед собором Михаила Архангеля, одним из древнейших зданий города Уральска. Посвящен Архангелу Михаилу, небесному покровителю яицкого казачьего войска. Имена зодчих собора, построенных в псковско-новгородском стиле, не сохранились. Расположен в старинном историческом районе города Куренях, на берегу реки Урал. Онда орыс сауда өндірістік банкы болған басында. Бұл областық атқарушылық комитеті болған басында. Облыс потом. Енді Қазақстан егемендік алған алғалы Батыс Қазақстан облысының әкімшілігі. Не первое поколение уральских мальчишек боятся положить руку, впасть ко льву. За мной расположен дом купца Карева, один из самых известных зданий города Уральска, построенный на рубеже 19-20 века. По легенде, поссорился со своим приятелем купцом Овчинником, любившим по утрам пить чай на балконе своего дома и встречать восход солнца, Карев обещал, что Овчинников никогда больше не увидит восхода. Великий поэт Александр Сергеевич Пушкин пробыл в городе Уральск всего лишь 3 дня. В октябре 1833 года. Это здание, являющееся памятником архитектуры, вполне может стать символом русской литературы в Казахстане. Ведь помимо Александра Сергеевича Пушкина, в разные годы здесь побывали Крылов, Даль, Жуковский, Шевченко, Плещев, Шолохов и другие. В старых зданиях еще сохранились кольца для привязывания уздечек к коней. А сейчас я вам расскажу про храм Христа Спасителя, в народе как Золотая Церковь, построенная в честь 300-летия служения уральского казачьего войска московскому царю. Примечательно, что по первоначальному плану предполагалось строительство огромного собора, но после того, как фундамент был заложен, выяснилось, что денег на завершение строительства не осталось. В итоге на огромном фундаменте стоит довольно скромных размеров, но очень нарядная церковь, гордость всех поколений уральцев. Казацкий драматический театр был открыт 11 сентября 2002 года. Театр органично дополняет исторический центр города Уральска и во многом является уникальным сооружением. Во-первых, это первый театр, который был построен в независимом Казахстане. Во-вторых, проект театра совмещает в себе как современное направление, также национальные мотивы. В-третьих, строительство театра закончилось в рекордно короткие сроки, менее чем за 2 года. Бұл көріп тұрғанымыз Орал қаласының орталық мешіті. Ең үлкен мешіт, сыйымдылығы 1500 адам. 2005 жылы салынған, үстіндегі күмбезі итальяндық витраждардан неміс технологиясы бойынша салынған. Итак, мы подошли к самой главной достопримечательности нашего города, к зданию нашего любимого западно-казахстанского филиала. 27 ноября 2013 года мы открыли наши двери для наших клиентов. И по сегодняшний день наша история продолжается, и мы сделаем ее еще лучше!